Открытый рынок «Афганец» в Ноябрьске могут закрыть. В январе этого года вступил в силу федеральный закон, согласно которому открытые розничные рынки могут функционировать только в капитальных зданиях. Исключение составляют сельхозрынки, к которым «Афганец» не относится. Таким образом, свыше 100 человек, которые задействованы в работе открытого торгового комплекса, могут остаться без работы. За помощью в решении этой проблемы руководитель общества «Афганец» Александр Зеркин обратился к депутатам городской думы. В ходе заседания постоянных депутатских комиссий выяснилось, что окружные власти в данной ситуации предложили включить участок, на котором расположен рынок, в схему размещения нестационарных торговых объектов. Эту возможность рассмотрит специальная рабочая комиссия, в состав которой войдут и народные избранники.